Всем добрый день. Хочу вам показать, как прижились наши посадки, которые мы сажали в самую жару и летом. Очень много мне говорили, что ничего у нас не получится и что у нас ничего не приживется. Вот эта гортензия у меня здесь растет уже, наверное, лет 6. Смотрите, какая она красивая. А вот дальше мы уже посадили новые. И вот я вам хочу показать, как они себя ведут сейчас. У нас сейчас сентябрь с вами. И вот смотрите, вот она гортензия, которую мы пересадили. Она маленькая, но, по-моему, все хорошо. У спирея немного похуже дела. Спирея... Но так как у меня кусты большие, поэтому я сильно не переживаю. Весна мне все покажет, что тут зацветет, что вырезать нужно будет. Ну, и в моем понятии все равно куст прижился. Так, вот еще одна спирея, как себя. Спирея, кстати, повела себя значительно хуже гортензия. Вот. А вот еще одна гортензия. Она еще даже пытается цвести. Видите, и листочки у нее зеленые. Все у нее, ничего у нее не засохло. Все, она прям хорошо прижилась. Вот это тоже спирея. Я думаю, что тоже все будет хорошо. Подстрижем, и все приживется. Сейчас трогать ничего не буду. Все буду это окультуривать и подстригать весной. Так, вот еще одна гортензия. Просто у меня спрашивают, как наши посадки, как мы вообще решились это все делать в самую жару. Вот. Вот еще спиреи, да? И вот еще одна гортензия. По-моему, замечательно все прижилось. И вот так вот, пока это, конечно, не очень, наверное, выглядит, но оно все прижилось, все хорошо. Видите, и цветочки вот эти, ну, все прижилось. Барбарис тоже так немного пострадал от жары, но ничего, все выживет. Так что снимала как доказательство, что все замечательно. Вот это вот, вернусь все-таки вот к этой гортензии. Вы посмотрите, какие шапки. И самое главное, какие у нее огромные цветки. Вы видите, какие у нее огромные цветки. Да, вот тут вот она еще выкинула, решила тоже еще один. Забыла, наверное, выкинуть цветонос. И вот тоже зацвело. Цветки тоже огромные. Представляете, какие? Вот такое видео. Всем спасибо. А пока-пока.